Машке звоню? Да. Сколько лет ему было? 14. Каждый приезд мобильной бригады научно-исследовательского клинического института детства в медучреждение Подмосковья – это возможность диагностировать у детей хронические заболевания на ранней стадии, оказать консультативную помощь в выявлении предрасположенности к различным патологиям. На этот раз бригада врачей приехала в детскую поликлинику во Фрязине. Что важно, при необходимости врачи могут направить пациента на дополнительные консультации в стационарные медицинские учреждения области. Вместе с врачами приезжает мобильный лабораторный комплекс. Здесь можно оперативно в рамках одного приема выполнить электрокардиограмму, сдать необходимые анализы. Саш, не будем плакать? Нет, Саш. Я сына хорошо узнаю. Молодец какой, Саш. Мобильная бригада медиков из научно-исследовательского клинического института детства осуществляет такие выезды к юным жителям региона уже третий год подряд. Заблаговременно в поликлинике врачи-педиатры при необходимости записывают маленьких пациентов на прием к специалистам-медикам из НИКИ детства. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.